приветствую. Я сейчас на кухне. Замеряла вот эту стену, где плитка должна быть. Она уходит, угол туалета, вот сюда на 4 сантиметра. Потому что у меня фукуда 4 плоскости. Смотрим на угол, который уходит. Смотри. Вот построитель плоскостей. Я свой выставила. Вот этот угол уходит вот приблизительно на 3 сантиметра. 4 даже, где холодильник. Может, ты профилем построишь тут, чем штукатурить? Часть я могу, допустим, дотянуть штукатуркой. Или мы с тобой на шлепки посадим тот вот лист. А дальше профилем. В принципе, там до 2-3 сантиметров можно выставить на этот клей. Все, давай, пока. У меня лазерный построитель плоскостей. Фукуда 4 плоскости. Вот пульт. Хотя я и штатив купила. Вот он. И всякие другие, не знаю, там на металлические поверхности можно пришпандорить, там магниты какие-то. Короче, я на пол поставила, и независимая мне еще одну плоскость дала вдоль стены. Низ 2 раза, короче, последовательно вот этим блоком я пультом делала. И он мне построил, что угол туалета уходит на холодильник на 4 сантиметра. Хозяину позвонила, он мне говорит, там будет не принципиально, я буду столешницу резать. В общем, ладно, и кухня у него не углом стоит, а в один ряд. Ладно, ребят, у меня уже он раствор, этот мой теплон, который я вчера себе приобрела, стынет. Значит, у меня не лезет правило. Вот это 2,50, которое мы резали с хозяином, оно в этот угол у меня не проходит, потому что там опять вот сверху блямба. Снизу тоже там черти что. В общем, короче, буду сейчас 2-метровым. И вы обязательно смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Вот, хорошими словами в основном. Вот. И, значит, вливайтесь в нашу дружную компанию. Вот, милости просим. Все мы едины в порыве ремонта. Вот, все будет хорошо, ребята. Новички и строители. Вот, мы друг друга поддержим обязательно в этом труде. И все у нас получится. Так, ребятки, сейчас забираемся. Беру с собой, ой, дополнительные уже перчатки. Пойдем, ребят. Шпателя, гладилки. Вот для набрасывания взяла круглой. Сейчас будем с вами так. Ребята, сейчас схожу за ведром. Взяла ведро от бетон-контакта. Далековато будут стоять. Видите, у меня хозяин электрик. На старую люстру, которая вот так над столом висит, лампочку 20 ватт сделал. Короче, у меня света совсем нету. Вот бегаю со своими этими 200-ваттными этими палками. Вот по углам поставила. Так, ребята, сейчас тянем вот этот угол. Сейчас я буду накидывать туда раствор. Не знаю, не зачерствел он у меня, пока это все примеряла. Так, размешиваю. Сейчас накидываю, излишки снимаем короткой правилой. 2 раза будем ее снизу и сверху. Сейчас попробую, знаете чем? Вот этим круглым шпателем в угол накидать. Мне вроде он так понравился. Им работать очень удобно. Ребят, беру. Видите, он как отмыт. Смотрите, какой чистенький. Хороший. Ребята, еще разок вам напоминаю. Завтра я принесу сюда на объект. Я продаю. Вот я сейчас снимаю на DJI OM6. Это я в сентябре купила. А еще 2 сентября у них выходили OM4 и OM5. Вот, завтра я их установлю. У меня есть, в принципе, столько штативов. Ну, 2 телефона. Вот. И вам продемонстрирую, как они работают, как они за мной следят. Вот я сейчас стою в центре кадра. Вот смотрите, повороты, все он отрабатывает, все хорошо. Если кому надо, я продаю их на 1500 дешевле, чем они стоят в Китае. Вот, они в рабочем состоянии, все хорошо. ОМ5 я вообще почти не пользовалась. ОМ4 очень мощный аккумулятор.
Так, ребята, приступаем к работе. Берем круглый шпатель, задней его стороной набрасываю раствор в угол. Сейчас будем тянуть. Вот так. Я намешала пол ведра. Ведро у меня овальное, ребята, от бетоноконтакта. Отлично. Овальное ведерко очень удобно. Намного, ну, я привыкла вообще с овальных ведер работать, которые вот раньше краски продавались, там, Гинфа. И я их всегда берегла, потому что на них хорошо встают стремянку. Вот, и вдруг вот этот бетоноконтакт меня просто выручил сейчас. И он еще, получается, закруглен прям по величине вот этой лопатки, вот этого шпателя. Так, ребят, сверху у меня тут блямба, поэтому я буду под ней подводить. Сейчас намазываем угол с вами на 2 метра, и потом вниз спускаемся, и снизу будем тянуть оставшуюся часть. Так. Так, беру у меня трапеция. Сейчас под ног уберу инструмент. Ой. Так, ребятки, у меня трапеция двухметровая, высота тут 2,58 или 2,68. Короче, ставлю я вот тут приблизительно, у меня 15 сантиметров высоты занимает выступ. Я под этот выступ буду подводить. Так, сейчас буду протягивать. Сперва углы, потом вверх-вниз буду сводить. Каждый объект разный. Тут в коридоре свое будет, а в кухне будет свое. Но низ, конечно, общий. Вот так. Так, ребятки, вы следите за мной, следите. У меня сегодня была тут уборка территории. Мела тут, значит, щетки без палок и без резьбы. А у меня тут палки все с резьбой. В общем, короче, вручную ползала по полу, собирала пыль мира тут. Вот, потому что просто невозможно уже ходить. Вот. Рано, конечно, линолеум сорвал хозяин. Поторопился он, видать, демонтажника вызывал, подсобника. Тому, наверное, надо было закрыть объем. Я так понимаю. О малярах не думает никто. Так. Мажем, где не хватает раствора. Значит, там у нас с вами чего? Впадины. Правильно? Правильно. Мне уже начали жаловаться строители, ребята, на обывателей, на дилетантов, что вот, у тебя гипсокартон неправильно смонтирован. А ты научишь вот так же вот малярки. И будут люди сами себе делать ремонт. Потому что у меня монтировали вот уже в втором объекте, у меня сами хозяева являются, ну, они выполняют работу. А меня нанимают только на малярку. Вот. Так, ребятки, это я замазала. Сейчас надо нам с вами вниз идти. Там накидывать. Сейчас яму еще закидаем и идем вниз. Так, все хорошо. Сейчас мы с вами идем вниз. Сейчас я накидаю еще вот тут. Беру, кидаю, мажу, вот так. Размазываем. Сейчас эту стену с вами, ребята, по контуру сделаем. Я хотела маяки еще сделать вот на этот вентиляционный короб, а хозяин говорит, там надо бить, сверху будет, ну тоже вот так вот. Там надо кусок выдолбить.
Он говорит, подожди тогда, не ставь сегодня уголок. Так, ребята, идем вниз. Там еще подложим и все протянем. Нам надо с вами углы вытянуть. Ничего, раствор нормальный. Мне вот многие пишут, ребята, спасибо. Вот, о том, что надо в лимонной кислоте вымочить инструмент. Ребят, я боюсь, потом от половины инструмента китайского вообще ничего, рожки до ножки, он будет чистый и ржавый. Я, я никогда это не делала, хотя давно это знала, про лимонную кислоту. Ну, лучше пускай будет как-нибудь он почище, чем он у меня будет ржавый. Так, сейчас, ребят, идем вниз с вами. Так, а вы пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. YouTube меня полюбил и стали люди подписываться. Вы молодцы. Спасибо вам за это. Вы на верном пути к своему хорошему ремонту. Так, ребятки, сейчас убираю. Стол тоже отодвигаю. И мы сейчас будем тянуть с вами вниз еще. Yeah.